сейчас скину. Это моя мама. Спасибо. Спасибо. И маме тоже отдай. Отдай, отдай и возвращайся. Я вам сейчас представлю этого красивого импозантного мужчину, который для меня очень дорог. Хлопайте, хлопайте. Вам еще предстоит ему сейчас хлопать, потому что это один из самых моих добрых друзей, а потом он знаком, потому как он третье лицо в газете «Московский комсомолец».